Алло. Здравствуйте, меня зовут Серафима, мы когда-то с вами работали, офис проспект Победы 119А. Скажите, пожалуйста, работаете ли вы сегодня? Да, работаю. Дело в том, что случилось ЧП, у нас в офисе прорвало трубу, и нам вот срочно нужен мастер, который помог посмотреть, и как-то мы перекрыли воду, и на дело, что вот не знаю, что делать дальше. Прорвало трубу в санузле в одном из, и горячая вода. Коллега перекрыл воду, но все сейчас плавает, сейчас наша уборщица там убирает, и офис открыт, просто никого сейчас нет. И если можно, чтобы мы успели это все починить до рабочей недели, получается. Ну, вам сегодня это нужно сделать? Да, да, да. Вот, а есть там фотографии, чтобы кто-то выслал на лайк? Да, конечно, сейчас мне должны в телеграм. Хорошо, а в телеграм будет удобно или лучше вайбер? Да, без разницы куда, в телеграм вайбер. Хорошо. Хорошо, сейчас тогда секундочку вышлют. Угу. Я вам тебе скину. Спасибо. Это все вода. Здесь. И здесь. С Новым годом!